Вдруг из Путина, из спальни, кривоногий и хромой, выбегает Дон печальный, с ярко-рыжей бородой. Все вы гадкие, все вы грязные, все неверные, все нацист. Все смеетесь с меня тайно, так нельзя, закончи быстро. Я вообще опасный самый, я чеченский боевик. Посмотри в ТикТоке прямо и репост, если мужик. Я опасный, я серьезный, видишь, как мой смотрит глаз. В честь меня назвали Грозный, Саки названы в честь вас. Я великий, сексуальный, знаменитый Дон Кадыр. Умывальников начальник и мочалок командир. Хочешь делать со мной лова? Хочешь с рыжим пошалить? Тогда выучи стоп-слово, Ахмат Сила, говори. Наизусть стихи читаю, я учил их по слогам. Всесторонне развиваюсь, и Ютуб, и Инстаграм. Я на русском свои речи так люблю записывать, потому что русским легче там, где узко доставать. А чем глубже я достану, тем добрее президент. И тогда с Кремля нагрянет многоденежный презент. Я вообще хороший малый, только с виду бармалей. Но нельзя снимать оскал мне, а то ставят пиздюлей. Тут кадыровцы повсюду, рядом спят и рядом жрут. Если слабость обнаружат, в тот же миг меня порвут. Вы поймите меня, люди, быть Рамзаном тяжело. То кадыровцы, то Путин, мне пиздец не повезло. Эх, уйти, подгородившись в беззаботной опеке. Вот бы мне овцой родиться от аулов вдалеке.